Всім привіт! Ви на каналі Львів Медіа. Мене звати Арсен Данилюк, і сьогодні ми маємо розмову із одним із найавторитетніших діячів білоруської демократичної опозиції, з легендарним білоруським політиком, співзасновником Білоруського народного фронту, керівником консервативно-християнської партії «Народний фронт» і керівником національного визвольного руху «Вільна Білорусь» Зеноном Позняком. Пане Зеноне, вітаю вас, радий бачити в нашій студії. Добрий день. За останній рік, напевно, принаймні моє сприйняття Білорусі трохи змінилось. Якщо раніше я дивився на Білорусь з якоюсь надією на те, що там білоруська революція переможе, то зараз перша асоціація за словом «Білорусь» – це таке джерело тривоги, джерело можливої якоїсь загрози чи небезпеки. Ну, тут я маю на увазі під Білоруссю той режим Лукашенка, який зараз, на жаль, фактично управляє цією країною. Лукашенко зараз постачає зброю для нашого ворога, він зараз дозволяє використовувати територію Білорусі як такий військовий плацдарм, він тренує російські війська, і зрештою Україні доводиться значну частину своїх військових підрозділів тримати на кордоні з Білорусі на випадок нової спроби наступу. На вашу думку, ця загроза, наскільки є реальна? Ну, коли міркувати з воєнних категорій, то поки що такої погрози в ближайший місяць не існує. Тому що для наступу треба відповідна кількість військів, відповідні дислокації і так далі. Але, в принципі, така погроза є. Тому що для Путіна це була б вигідна операція повторити наступ на Київ з Білорусі. І це небезпечно було б. Тому я думаю, що не глядячи на те, що в основному така йде оптимістична інформація, що нічого, поки що погрози нема, але треба дуже важливо відноситися до цього. Рихтуватися до того, що така погроза може раптом з'явитися. Тому що Путіну це потрібно, по-перше. По-друге, Лукашенко нічого не рішає. Не він там представив можливість Путіну, там і все це. Путін сам зайшов. Він повністю під його впливом і владою. І в значній ступені це зробило те, що от це революція була задушена, і Путін підтримав задушення і таким чином узяв Лукашенко за короткий поводок, тому що він якби його вирятував. Ну так от. Ну а по-друге, Лукашенко під впливом Путіна і по, так сказати, розпорядженню почав репресії, тому що у білоруських медіях це тлумачиться, що Путін помститься за те, що от повстав народ супроти його. І от 2 роки йде такий геноцид. Тисячі арештованих, хапають за ніщо, дають великі терміни, вриваються у квартири, виламують двері, все там знищають. Іде чисто така, ну, окупаційна політика по знищенню нації. І це багато сильно тлумачить його психічна хвороба і тим, що от він такий параноїк, що він помстить, не може це забити. Це правда, він злопам'ятний, він помстливий, він без емпатії чоловік, він страшенний лжець. Але за цим стоїть інтерес Росії. Путіну російцям дуже обходить, щоб було б знищено всілякий національний супротив. А для этого они штурхают этого повріята, что ты погляди, что они про тебе казали, что они робили, ты что, хочешь это все покинуть? Вот. Треба все вычистить. Вот он это робит. И робит это задовольнением. По-перше, он помсливый человек, помстит своим ворогам, это наличить. Но, а по-другое, у него есть такая особливость психичная, патологичная особливость. И он белорусофоб, он ненавидит все белорусское. При
Слово от белорусская мова, или там про белорусский национальный рух будет говоркою перекашивая. И он говорит с такой ненавистью, это сведомое. Значит, он не может даже вымовить нормальным человечьим голосом. Он перекашивает. Настолько он это все ненавидит. И мы это добро видели еще при Верховном Совете. Когда он был депутатом, мы бачили, что это человек. У него такая история, кроме того, что он хворый на такую хворобу. И он уменяемый, его можно судить, он ведает, что он робит. Але он, психика его патологичная, его диагноз это психопатия мозаичная, мозаичная психопатия. Его комиссовали из армии по этому артикулу. Он был в помежных войсках и был агентом КГБ. Уже тогда он был завербован, известные его клички, все. Все это мы ведали ранее, чем это было. Так вот, кроме того, он таки белорусофоб, хотя он вырос у такой белорусской сельской местности. Его мать была ну, такая просто межеванная женщина, неэдукованная. Он незаконно народженный сын, неведомо чей. Ну, там разные легенды есть, чей он там сын. Рос он в таких обставинах, ну, такой, видите, сирот подлетков. Ну, это вот там байструк, там это ненависть, его там били, его там, да. Такое тяжкое его было дитинство. Ну и вот он ну, в войску трапил, это там КДБ, все. И он вот сформировался такий тип человека, озлобленного на весь свет. А эта психика еще дает ему такой импульс все это ненавидеть, ожицелить. И тут есть один момент, я хочу отзначить, что вот эти люди психично ну, деформованные. И Гитлер, скажем, его была психическая деформация. И в певной ступени у Сталина, у Ленина, то это докладно. И они могут вот свои идеи фикс, некие по-грецки, всю энергию сконцентровать в одном накерунку. И нормальным социумом оно не будет восприниматься, потому что ну, по логике так не повинно быть, по здоровому сенсу. А у них это отсутничает. Логика здорового сенсу их накеровала до мети. И они могут это все накировать в одно. Вот у Лукашенко такая идея фикса, то есть влада. Вот за владу он готов покласть и все. Ну и вот это его вот комплексы, что ненависть до всего белорусского, прага до влады. А кроме того, его еще есть такий комплекс и у жица, он совершенно хлусит. Притом он хлусит так упевненно, и так опантано, что сам верит в то, что он спустил. Потом это его робится правдой для его. И вот в юриспруденции нема таких вот, не предугледжено таких вот выпадков, как, ну, не як эти люди не проходили до влады. А эти люди наробили наибольшую шкоды в истории. Починаючи однорона, ну, найбільш шкоди от цієї варіанти. Вони концентруються цю от енергію, і вони досягають того, що нормальний чоловік може не досягнути. От, і роблять такі страшні речі, які потім не укладаються у свідомості, ну, і повинно все громадство розхльобувати, як от дві сусвітні війни, як от з Гітлером. Ну, от Лукашенко такого кшталту чоловік. І він тим для нас небезпечний, що він по природе своей зрадник нации. Ему эта нация не обходится абсолютно. Она ненавистна. То есть у него есть территория, якою он хочет керувати. И якая дает ему владу. Вот тут парадокс, что ему наплевать на Беларусь, на культуру, на все. Но держава дает ему возможность быть у влады, быть сатрапом. И когда он губляет суверенитет, он губляет владу. Это, он это ненавидит, и одночасно он это тримает. Вот. Конечно, он нацию знищает, культуру закрывает, там часописы, сажает людей, и все, але как бы існує режим, існує влада, и Москва это подтримливает. Вот когда он пришел до влады, в 90-х, когда его почали, он ездил в Москву, его прихопили там, Стерлигов был таким, вся эта вот публика имперская, потому что они увидели, что это вот человек, про которого можно будет делать свою политику. И они шмат допомогли и в пропаганде, и с грошима, и с немцами, как он пришел на выборы. Прежде всего, это пропаганда была, потому что тяжкая была ситуация экономичная в Беларуси.
І так само Росія це все зробила. От разом з тими нашими ортодоксами комуністичними, що не хапало товару там, все тому, що валюту не вводили. І... Перепрошую, ви маєте на увазі 90-ті? 90-ті роки, да, початок. 94-ті, здається. Да, їх був аргумент, що ви поглядите, от стала незалежна держава Білорусь, демократи, от видите, як стало тяжко жити? А от при Совєтському Союзі було краще. От. Ну так от на цій хвалі соціальній Москва робила пропаганду і Лукашенко прийшов на вибори. Ви тоді теж були кандидатом? Я був теж кандидатом, усе, ну, але Москва перебила. Тому що ну, реально була тяжка ситуація. Були фальсифікації. Там ситуація була така, що практично я уваходив у другий тур. Я набирав десь 22%. От. За мною йшов Шушкевич, а потім йшов Кебіч. А Кебіч – це був агент ГБ, це прем'єр-міністр, він був офіцером КГБ. Це потім ми довідалися, він сам про це написав у мемуарах. Так от, Кебіч і Лукашенко, вони разом були під Москвою, робили одну політику, щоб не пропустити Народний фронт. Ні-ні. І коли я проходив, то відбулася фальсифікація. Вони просто забрали голоси у мене, у Шушкевича, дали Кебічу. І тяжко, така була ситуація. Ми при цьому написали, ну перебити їх було немогчимо. Перебити в той час було немогчимо. Вони пройшли. Що було, коли я йшов був другий тур? У Лукашенка не було ніякої програми, не було чого говорити. Він йшов тільки супроти Кебіча, от, корупції, от, всіх посадів. То есть, ніякої програми не було. Яка буде Білорусь? А що ви будете робити з енергетикою? А що буде в економіці? А не вистачає товару? Як ви забезпечите товарний ринок? Я не мог відповісти на це питання. І коли б я проходив другий тур, у мене був вже готовий урад, 50 чоловік, це був цвіт нації і все. До того йому було б, я думаю, дренно. Я сумніваюся, як у той ситуації нещо трималося. І тому вони зробили от такий ход. Випустили Кебіча, ну і все, тоді вже питання техніки. Так от, Лукашенко, підтриманий от цими імперськими силами Москви, які ставили задачу уже тоді анексію Білорусі, і що це буде їх чоловік, і через його вони будуть проводити свою політику. І вони це і зробили. Цей факт ми називаємо фактом внутрішньої окупації. Це не чужая країна провела свого ставленника і через його почала робити антинаціональну політику. І от він це робив. Перше, що він почав робити, це спалив білоруські підручники на білоруській мові. І потім він почав переводити на газ, тому що у нас економіка була на мазуті в основному. Переводить все на газ, це значить залежність від Газпрома. Потім він почав там знищати стяг, герб, потім закривати білоруські школи, білоруські видавництва, газети. І так пішло. Потім тюрму почав саджати. А в 96-му році він зробив переворот конституційний. І тоді якраз повинні були мене знищити. Чому я виїхав? Я, до речі, в Україну поїхав з Чорноволом. Ми домовилися, я приїхав сюди. А вже з України я їхав далі. От. Ось така історія з цим чоловіком. І от на протягу всього того часу він проводив цю політику внутрішньої окупації. Він фактично знищав націю, національну культуру, пресу, свободу і вмацьовував свою диктатуру. Він підмінив конституцію, зробив конституцію диктатури, зробив себе абсолютним диктатором. Він керує літерально всім. Він призначає і президента Академії наук, і тим самим директором інституту призначає старшиню совєта, там на усіх. Він усіх призначає, всіх можна зволити. Це записано в конституції. От зробили таку конституцію диктатури. Це просто фантастично. Ну, такий... Ну, тільки, може бути, Гітлер мав таку владу. І то вона не була не конституційна влада. Він просто опирався на СС, на своє отряди охови, робили, що хочеш. От. Так от, така історія, що це ставленник Москви, який проводив внутрішню окупацію винищення нації, умацьовував свою владу, свою диктатуру, і влада для нього стала головною. І тут узник конфлікт з Москвою. Тому що ну, вони ж хотіли провести анексію, а це вчепився в владу до посинення.
И он довольно хитрый, довольно изворотливый оказался человек. И как простак, косноязычный, неадукованный, но хитрун. И в Москве было не так просто с ним совладать. Вот. И вот, когда пришел Путин до влады, Путин не пришел, это пришло КГБ, это просто их ставленник, они, как ширма этого Путина, никому не ведомо. А за ними шла комитет держбезпеки. До 2000 года, при советах, КГБ керовала КПСС. Это была структура КПСС, и она оживляла геноцид, расстрелы. Вот, але керовала усім КПСС. Комуністи могли зняти, расстрелять любого страшилу, когда бы они керовали. И вот, это была зброя. Так вот, у 2000 году, что отбылося, вот эта зброя пришла до влады в России и заняла абсолютную владу. Это важный исторический аспект, который отбылся на восходе Европы. Захад это не зрозумел и проглынул. Некоторые до того часу не разумеют, что принципово новая ситуация творилась в России. Некоторые заходные политики начали писать, что наиболее структурированная сила, какая вот в России, это вот комитет госбезопасности, вот с ними можно построить демократию. Вот, они, так сказать, потому что они были, фактически КГБ была супротив КПСС, они не обороняли КПСС, тому так легко отрималось. Потому что КГБ ставило такую позицию, что они, кажется, под танки не кидались. Вот. Это все было зауважено. Вот. И вот таким чином Ельцин, это был такой переходный, они его окружили, все эти генералы, там, эти, памятаете, эти, какие вокруг его были. И они расчистили дорогу, прибрали этого Собчака, Путин партии носил Собчаку, и Путина, как ширмочку, пропустили премьером, потом президентом, и он автоматично стал, покольки премьером. Ну, я помню эту историю. Вот. И что трималось? Трималось, что КГБ взяло абсолютную владу в России. И что это такое? Это стала суперпартия, и они стали политической структурой, так? Потом, эта политическая структура, суперпартия, мая свою агентуру по всей России, во всех районах, во всех областях, своя агентура, своя все, и они харчуются с державного бюджета. Нет, наша партия, это ж проблема. Але вот. Ця партія не має ідеології, вона мала знайти собі якусь ідеологію. Не було ідеології, і потім на цю ідеологію не була пізніше. Це ідеологія «Русський мир». Вот же им справа, что они взяли самую фактично фашистскую идеологию. Вот. Вот, на самом початку их не было идеологии, правильно. И Путин в 2002 году выступил с пропоновой для Лукашенко. Сходу он же еще, он поступово уже, так сказать, трошки стал ориентоваться более. А с початку я думал, что это тут просто можно с находу. Давайте вот до Белоруссия к России долучайтесь 6 губерниями, там у нас 6 областей. Долучайтесь и все это. Это был великий скандал, помню, потому что тут иммиграция повстала, все. И Путин он дал задний ход, Путин, и начал такую затяжную войну с Лукашенком. Что давай быстрее, парень. Так? А Лукашенко крутится, то-то-то-то, да мы же стоим, забороняем Россию от Запада, мы готовы гнить в окопах, как он сказал. Вы знаете, вот он крестался этой демагогией, что я же все роблю, давайте мне газ по внутренней цене. И давали. Вот. И вот какая ситуация, что эта справа затянулась, и возникло питание. Як зробити анексію? Його вибори, які він провів Лукашенка, не признані на Заході. Ні одні вибори не признані на Заході. Не всі були сфальсифіковані. Усі. У виніку він не легітимна фігура. Юридично він не президент. По факту він з'являється керівником і по факту його признають. Но юридично вибори не признані, не фальсифіковані, він не президент. Він узурпатор. Але тим не менше він є, і така парадоксальна ситуація, є. Що він опирається анексії. Що думають от наші, були контакти з некоторими там російцями, і вони кажуть, ми ж розуміємо, що Лукашенко ненадіжний.
Вот, коли б был бы надежный президент, признанный, все, ну, тогда это было б нам более выгодно объединиться, вот мы могли общую политику, надо это говорить, а но мы же разумеем, что это такое. Это значит, что они бачат, что коли они проведут аннексию, ну, некий референдум придумают, типа крымского, так, некую придумают это все, так, и могут провести. Но это ж никчемно все будет, потому что это ж, с кем вы проводите референдум? Его народ не признает, выборы не признанные, а вы провели референдум. Это суперечит Конституции. Конституция забороняет проводить такие референдумы, которые вызначают лёс нации. Скажем, там, мову заборонить, там, доучиться до некой страны, сдать суверенитет. Такого не можно, потому что народом можно манипулировать, это ведомо. Тому это заборонено. Ну, добро, коли был бы легитимный президент, так, и это провел бы это порушение, то оно переходит уже в внутренний конфликт. Так? А коли их не признали весь светом, и они, Россия это проводит, то их это референдум и их акты, они никчемные в юридическом смысле. Абсолютно никчемные. Тобто Росії був потрібен новий президент? Новий президент, абсолютно правильно. Такий, який проводив би їхню політику, але був більш інтелігентним, більш послушним, зробив би те, що вони хочуть, щоб він не тримався б за владу зубами і руками. І от ця ідея почала життєвлятися десь 17-го року. Нашли цього Бабарику. Це креатура Путіна. Бабарика – директор Белдержгазпромбанка. Газпромбанк, уявляете, что это такое? Что такое Газпром? Это основа российской политики. Это капитал Кремля. Вот, они проводят через Газпром свою политику в Европе и всюду. И в Беларуси, и на Украине пробовали. Это зрозуміло. Давить через газ. Вот, так вот, там колоссальные, там миллиарды, там они каждый год дают. И вот этот человек, який банк узначаливает Газпромовский, его выбирают, рихтуют. Мы это все отсочивали. Дают велизарные гроши, они до 20-го года фактично уже были структуры. И они были тайные, потому что как только началась выборчая кампания, его выставили, и мгновенно там за тыдень, за два забрали 8 тысяч подписов. Вы слушайте, мы же разумеем, мы же дельничали в выборах. Собрать 100 тысяч подписов треба минимум 2 тысячи сборщиков. Иначе ничего не будет. Вот. И мгновенно все это отбылось. Ну и вот, пропаганда кругом, все. И он так был снят. И тут появились новые люди раптом, повыскакивали некие, яких николи не бачили. Они начали тут выступать на YouTube, кругом все. Раптом это все вспыхнуло. Все было подрихтовано, уже и видео отповедное. И фактично, он не был политиком Бабарика. Бо коли б він був опытным політиком, то він би себе поводив по-другому. А він говорив так, що що треба вот нам, білорусам? Треба обогащатися. Ну правильно, треба обогащатися. А для того, щоб вот забезпечити нам економічну будучиню, все, нам треба об'єднатися з Росією. От коли ми війдемо в Росію, то білоруси це усприймуть со щастям. Це відкрито, він говорив, це зафіксовано, це тепер можна почитати. Значит, политик бы так не говорил, он бы подумал, как сказать. Вот. Он говорил открыто. И тому навод люди, которые, может, не ориентовались, они бачат, слухаться, ну, так, а что это такое? Вот. Вот такая история с этим Бабариком. И является себе, что, конечно, его Лукашенко не пропустил бы. Ясно. Але уже информация была про его такая, он вот супротив Лукашенко, он тут все, тут Путин нам поможет. Это была такая идеология. Путин поможет снять Лукашенко. И многие такие пророссийские люди думали, да, вот это. И, допустим, Путин, Лукашенко его бы посадил, бы все. Ну, тогда эта партия вышла, тогда был бы этот заклад, подняли бы этих вот людей, что и сдарилось. Так? И фактично провели эту Бабарику на плечах обманутого народа. Но не отрималось. А что пошло не так? А пошло не так вот что. Ну, во-первых, треба влечить. Основной конфликт громадский. Это помеж белорусским народом и Лукашенко. И вот этим режимом. И частка меньшая вот на этот час подтримливала Лукашенко. Большая частка супрость была. Так? Вот основной конфликт. Другий конфликт, и при этом и Путин, и Лукашенко – это одно.
Одно, яны, так сказаць, праводзілі сваю, Лукашэнка праводзіў расійскую палітыку, ўсё. Другі канфлікт паміж Пуцінам і Лукашэнкам. Таму што Пуцін хоча, каб хутчэй гэта была анексія, каб хутчэй прымалі ўсе тыя дарожныя карты, вот яны там гэтыя самыя, каб хутчэй заключылі адзіную валюту, рабілі ўсё. Ну што значыць адзіная валюта? Это страта суверэнітэта. Вот. А гэта супраціўляецца, таму што ён разумее, што ўлада траціць. І вот у іх увесь час праблема. Яны даюць ім крэдыты этому Лукашэнку, яны даюць ім газ па зніжанай цане і кажа: "Давай, давай, давай, так сказаць, валюту, давай ўсё, ну давай жа аб'ядзіняцца". А ён віляе. І тут яны бачаць, што нічога за гэта не будзе, і што лепш замяніць гэтага чалавека, паставіць які не будзе віляць, які ўсё зробіць. Толькі трэба знайсці свайго. І вот нашлі Бабарыку. Свой чалавек, Газпром. Вот. І што б гэта дало? От уявіце сабе, яны маглі б правесці вот такую аперацію, Бабарыку падтрымаў бы на народ, таму што супраць Лукашэнкі. Так як было пры Кебічу, быў такі прэм'ер Кебіч, народ быў супраць яго, і настолькі ён Кебіч з народу залез вот так, што лозунг быў такі абы не Кебіч. І от Лукашэнка прайшоў на гэтай хвалі, што абы не Кебіч. А Лукашэнка, ну, просты хлопец, кажуць, з народа, ну, будзе лепей. Вот. Так вот, калі эта аперацыя ўдалася, тады што? Дэмакратычным шляхам выбраны Вавэрыка, ён легітымны, і ён, народ яго спрыняў бы, ён толькі што выбралі, ён праводзіць вот эту палітыку, уводзіць адзіную валюту, ўсё, падводзіць справу пад рэферэндум, можа, некі там прэферэнцыі маглі былі дадзены спецыяльна, каб яна тут палепшыла ўсё, і акуратненька Беларусь праглынуць. Вот іх была тактыка, аннексіраваць такім чынам. Што не атрымалася? А не атрымалася вот што. Значыць, Лукашэнка пачаў, зразумеў, што яму могуць сабраць уладу, і ён усю ту каманду, там быў такі Ціхановскі, ён такі чарнавую работу ён там выконаў, гэта муж і Ціхановскі. Ён яго пасадзіў там, потым Бабарыку пасадзіў, хацеў пасадзіць ту Цапкалу, гэта ФСБіст, нацёк у Москву. Вот. Там яшчэ пару чалавек паўцякалі, астатніх ён пасадзіў там адвакатаў яго, ўсё пасадзіў на доўгія тэрміны, прыдумалі ім там статцю, але это палітычна мотывавана ўсё было. Вот. Ну і вот. І далей што рабіць? Далей ўсё, Лукашэнка астаецца адзіным кандыдатам. Так? І тады адбывалася такі вот, пайшоў трэці план. І я гэта добра адсочваў. Паявілася такая Светлана Ціхановская. Это была хатняя гаспадыня, яна па адукацыі настаўніца, але там хворае дзіця, яна была, ну, глядзела за дзецьмі там, смажыла катлеты і ўсё. Ну, так яна знешне такая, як бы прыгожая жанчына, ўсё, вот. Ну, яна не малейшае паняцце, ні ў палітыцы, нічым яе не было. І вот калі это ўсё ўжо пасадкі адбыліся, і раптам эта Светлана аб'яўляе, што вот яна пойдзе на выбары. Я пачаў цікавіцца, то ў маі месяцы я пробаваў дзе звязацца. Катэгарычна не было магчыма. Стаяў ужо кардон з агентуры, якую я ведаю, што та агентура. Яны казаліся там, а ГП такая партыя ёсць. А, ну, хто яна такая? Яна ж не палітык, нічога, а вы ўжо там. Разумеецца? Значыць, это дзейнічае нейкая сістэма. І от яны гэтую Светлану пачалі, значыць, весці, прапагандаваць. Народ подпісы за яе ставіў, таму што яна супраць Лукашэнкі. Неважна там, што або не Лукашэнка. Но подпісы яна сабраць не магла, у яе было толькі 238 зборшчык. Я так, ну, на чым? Ёй залічылі там подпісы того мужа, што там збіраў, но яна не сабрала подпісы. Але кіраўніком камісіі выбарчай у нас была такая Ярмошына. Яна была з самого пачатку. Это кадравы работнік ФСБ. Яна руская сама, яна з Расіі адсюль прыехала. Вот, яе паставілі, і яна ўсе гэтыя фальсіфікацыі праводзіла. І вот яна рабіла то, што яна секла гэтага Бабарыку. Не залічылі яму там, не знаю, 1100 не залічылі. Ну, не можа быць. Ну, яна выконувала ўсё, яна дзейнічала, кажуць. Вот, тое самае гэтым Цыпкалам, всіх зрызала. Лукашэнку потым 80% налічылі, ну, ён не меў, ну, нават 50 не сабраў. Вот. Яна дзейнічала вот так нагло, нахрапіста, і у беларускім вот палітыцы
Ермошина после Лукашенко – это самая одиозная фигура была. Это и при слове Ермошина людей перекашивало просто. Так вот, эта Ермошина провела эту свету. Она объявила, что она собрала 106 тысяч. Ну, она не собрала. Там 2 тысячи, как быть, самое для все. Ну, остальное ее провели. И ну, кто это ведал, бачит, что нечто отбывается. Ну, мы это бачим, что эту леди проводит, значит, некая будет, некая ситуация замышляется. Но Лукашенко не может замышлять такую ситуацию. На что ему это потребно? И вот мы назирали, что оказалось? Все выборы, которые проводил Лукашенко, они были сфальсификованы, але они проходили со спойлерами, с подставными кандидатами. 6-7 человек ішло ад Лукашэнкі, які быццам бы супраць яго. Быў такі Гайдукевіч, скажам, Сергей, ён быццам бы там узначалі некую фантомную партыю Жырынов, якія пад Жырыновскім там ці што. Ну такая фантомы. Так вот ты Гайдукевіч, он сейчас ходзіў на выборы. Это была подставная фигура. Ну, спарринг-партнер Лукашенко, да, может один. Спарринг-партнеры, которые все. Это на политическом сленге это называется политическая проституция. Исти, так сказать, за нейках, там, подставлять свою годность, гонор под чужие интересы. Ну, кто-то пойдет на это. Ну, вот ушли люди. Вот. Так вот, тут возникло питание, что, ну, требовало так само собрать команду. Они собрали там несколько человек. Была там одна женщина, там что, ну и требовало, вот решили эту свету. И это Ермошина пропоновала. Все. И этим питанием занимался Совет Безпеки. Рада Безпеки занималась питанием. Лукашенко там. Вот я это доведался позднее, что это Рада Безпеки, и навод доведался, как это питание вырешалось. А вырешалось таким чином. Но ему пропоновывали, что Александр Григорьевич, ну вот, дома хозяйка, все, она в чем не разбирается. Как раз вот очень хорошее вам будет, так сказать. Ну вот народ увидит, что это за демократия. Народ увидит, кто супротив вас. Они же ничего не понимают. Вот. Это элементарная их политика. Это так обесчастные этих спарных партнеров вот так робили. Ну и все. И один человек был супротив. Это профессиональный гибист, таки Шайман был. Вот. И он, я начал, что это... Он довольно разумный человек, але это человек вельми одиозный. Мне кажется, руки его кривые. Это он при Лукашенко все его брудные справы выполнил. И, конечно, когда он еще будет жить, и все тут это обвалится, то он пойдет под суд, как злочинца. То есть Тихановскую выбрала Лукашенко, как... Как спарринг-партнера. Вот. Ну и что? И тут они проиграли вельми моцно, потому что они не уличили, насколько все-таки люди не будут воспринимать Лукашенко. Вот, они дали возможность провести эту выборчую кампанию, а тут что отбылось? А тут вся эта команда бабарики, и они вышли наверх и заключили погоднение со штабом Тихановской. И появились женщины, которых никто не бачил. Некая Колесникова там выплыла, некая жонка Цепкалы. И они такие пригожие женщины, они выступают супротив Лукашенко, народ глядит, ай-яй-яй, так это нормальные люди. Вот. Ну и Света, она такая, ну, с выгляду, она такая пригожая женщина, не скажешь. И народ это бачит, что так, слушайте, вот все, вот этого, а бы не Лукашенко, вот этого гада можно таким чином. Потому что вы поглядите, что такое Светлана? Она не политик, она не имеет никакой идеи, никакой идеологии, никакого опыта, никакой позиции. Что ты можешь сказать про белорусскую политику? Какая может... Ничего не можешь сказать. Некий набор фраз, которые тебе сказали. Ты никто. И тем не менее, люди даже за табуретку голосовали. Главное, супротив Лукашенко, и она выгляд моя нормальная, она говорит, я не разбираюсь в политике, а я не хочу быть президентом, але я иду на выборы, как потом провести свободные выборы, и как выбрали свободно. Вот такая была тактика. Знаете, многие это восприняли вельми так позитивно. И вот отрималось так, что народ увидел, что есть возможность свету наперед и выбить Лукашенко. И вот когда оказалось, что Света там 10% ее налишили, а Лукашенко 80%. Но перекос. Света не набрала больше 50%. Так само. Это мы добре это различивали, но она набрала процентов 30-35, напевно. И Лукашенко не меньше набрал.
Вот, тому що це він не 3% мав. За його процентів 30 було, 30-25. Вот, а може й більше. Вот, тому ситуація така, що народ бачить, що 80% за його ж не голосувало стільки. Це, коли б він написав 52%, знаєте, могло б усе пройти спокійно. Могли повірити. Но 80%, ну, это вряство это вот это сыграло. Ну, и вот он написал себе это 80%, и тут уже вспыхнуло все. Так, мы добре пам'ятаємо події. Да, тут вспыхнуло мільйони. Та где-то в Білорусі на початку где-то виходило вельми шмат. 300-400 тисяч в Шуменську виходило. Люди были не готовы, люди думали, ну, белорусы, они такие народ европейский, культурный, они там и шли, такая была, ну, братство, весело, все, думали, что вот мы выйдем миллион, и он уже исполохается ему концы. Ну, так, это же не было кировництва, потому что он же шмат посадил у турму не только Рыбабарики, он и наши национальные кадры посадил туда. Не было кому кировать, народ был бесхозный, что называется, вот. Ну, а Света что, она навык не появлялась? Разумеется, потому что, когда это был соправный лидер, она должна была перед народом появиться. Ничто взять на себе и не было. И вот это 9-го, 10-го были эти. 11-го выкликали у КГБ, забрали. Там старшина КГБ, я допрашиваю, что там две особы, Центральной выборчей комиссии. Прошло несколько годин допыту видео, я глядел это видео, ее там дрожали руки и голос. Є там, ну, люди знаючи, які були в осяроді, кажуть, що тоді завербували, напевно, так і було, шантажували дітьми. Вот. І все, і той же день її вивезли у Вільню, в Литву. Той же день вивезли, там Яхова, там дом, там все було домовлено. Це не робиться спонтанно. Це все було підрихтовано, домовлено. Вот. Ну і що? І, звісно, я підтримав німці, Євразвяз. Подтримали. И она продолжала выступать и говорила, что Путин мудрый, вот, что вот Россия могла нам помочь. А справа вот в чем, что когда этот народ выступил нашу весь, так, он выступил под национальным стягом, был червоно-белым. Это, знаете, как ветка, было все под этими стягами. И народ как бы излучился национально, сконсолидовался. Что все, держава, мы, вот, белорусы, все, и нам не надо туда, это, в Россию, все. Никаких не было. Тобто, несподівано белорусское суспільство згадало національну ідею, так? Оно, разумеете, и они не чекали, навод многие не чекали, что так, но так отрималось. Бо стяг это был державный, все ведали. Этот стяг завсёды был на мероприемствах, и он этот стяг стоптал, и они еще порвали. Это все люди бачили, это, людям это не подобалось, потому что, ну, як это так? Вот. И тут, и сейчас супротив был под этим стягом. И вот когда ты стяг, что может быть символом супротива? Вот это стяг национальный. Все, и они подняли этот стяг, и там же были, выходили это, сотни тысяч людей, и несли стяг на 100 метров. Вы можете являть, что это пошить, это треба было. Все дробили. И вот эта вот революция стяга, и вот этой вот массы, и они Путина наполохали. Путин, конечно, мог бы подтримать. И вот эта публика вокруг Тихановской, это все женщины, это они казали, одна из них казала, когда Путин тогда подтримал нас, он бы был национальным героем Беларуси. Ну, наивные такие вот погляды были. Но это свидетельствует об том, какие уровень их думания, на что они ориентовались, эти люди. Так вот, это то, что нация сконсолидовалась, и под этим стягом Путина это наполохало. Потому что, когда он, ну, вот, подтримал бы этот рух, Лукашенко взмяли, но у России там Хабаровск был, все, они так само подумали, что, ну, так народ же все, не Путин же это сделал, это народ, а значит, можно. И психология диктатора, вот этого Путина, этого шеренького человечка, который тримал всю владу, она спрацевала таким чином, что это рискованно. Легче подтримать Лукашенко, проверенный конь. Старый конь, борозны не все. Они проверены. Вот они его подтримали. Они, до речи, на межу Беларуси войски Путин притянул. Коли б, скажем, почався б некий в Беларуси заклад, то он пустил бы войски. Было бы то, что с Украиной. Вот. Ну, і він підтримав Лукашенко, і Лукашенко тут же почав репресії.
давить, арештовывать, внутренние войски пустил. А между іншим, украинцы повинны ведать, это не каждый ведает. У Беларуси 120 тысяч внутренних войск, милиции, вот у всех этих внутренних сил. 120 тысяч. У Польши 104 тысячи на 40 миллионов. Вы видите, что это за сила подавления властного народа? Вот, это вот эти ОМОНы. Это приблизно 1% всего населения. Так? Что? Это десь приблизно 1% от всего так, населения. Так, вы понимаете, это великая сила. Армия 65 тысяч. Армия в два раза меньше. Вот. И на армию он особливо не сподивится, так сказать. А вот на внутренние войски, на внутренние силы, на эти ОМОНы, на все, это его сила. Я даю великую зарплату. И они отримливают в несколько раз более, чем академик. Разумеется, вот. Все, и они и вот на это, и они начали репрессии. Они выполняют загад. Вот. И вот выник этого всего. Вот. Ну, а пока еще не было нападу на Украину, то вот эта группа, которая опинулась за межой, она проводила ту самую политику, вот, что все-таки вот Россия, вот вместе с Россией, Путин мудрый, надо принять решение сейчас, потому что они ориентовались на колониальную систему. Это вот люди, которые там, ну, разные были уровни, но такие средний уровень такие, что так, повинно быть Беларусь, повинна быть демократичной, но разом с Россией. Вот разом с Россией и все. Вот мы, але Россия не терпит демократию. Але это немогчимо. Вы знаете, что это немогчимо. Ну, не может быть овечка с волком разом. Слухайте. Ну, они ж проводят, они ж хотят аннексировать. Они называются военной державой. Они проводят агрессию. Ихняя политика знищить, забрать Украину и Беларусь. Ну, это иллюзия, это наивность такое думать, але для людей, которые не ориентуются, можно было, ну, может быть, и можно с Россией. Вот будет демократия, да не будет она демократичной России. Вот империя, она не будет демократичной. Ну, мы же бачим, что было. Зельцинская демократия, что было. Вот. Тому это такая политика колониальная, пророссийская, она шкодная. И Светлана, она практически, ну, она же не политик, она это не скрывает. Она ширма вот той политики, что стоит за ее. За ее стоит целая группа, в основном это агентура. И большинство мы ведаем, что это агентура, навод ведаем их на агентурные клички. Мы это ведаем, это вдруг у нее навод. Вот. Тому Светлана, вот она, выполняет такую функцию, такую подставной особы. Вот, ее возятся, она спотыкается с вип-персонами. Но это ничего не врешает в политике, только дает, ну, престиж, что вот, ну, я так само сустракался с вип-персонами, с президентом Клинтоном, и все. Но эта встреча ничего не дала, ничего не врешает. А кроме только того, что, ну, вот, спотыкался, для меня это не важно. Вот, так вот, ее возятся, она спотыкается, но ничего же не робится. Потому что это для немцев, скажем, которые проводят политику совместную с Россией, энергетичную. Немцы хотят отримливать русский газ, так, его размерковывать по евразвязи, тримать, как говорят, на курку. Они сделали две линии по Балтийскому морю. Так, створить с евразвяза державную структуру, фактично, как был бы урад евразвяза, как был бы парламент, это еще Йошка Фишер про это говорил все. И Меркель проводила такую политику. Вот появилась политика климат стал дренный. Треба, значит, теплоэлектростанции закрывать, бо они чадят. Так, значит, декарбонизация. Не можно на каменном углу ничего робить. Другая энергетика, газ повинен быть там, атомный и так далее. Ну и что? Конечно, Немеччина была подрихтована, она провела эти две линии, у нее идет газ, она моя курок, 50% будет размерковывать по Европе. Вся экономично-энергетичная сила будет у немцев, у Меркель. А газ будет поставлять миллиард, там, миллион, миллиард в один день. Это будет поставлять Россия. Вельми выгодная сделка отримливается, так? И снова что спешло на то. И вот что отбылось, что покольки на шляху стоит Беларусь, то когда войски ввели в Беларусь, вот тогда, когда Путин уже рихтовал напад, так он первым чином треба было забрать стратегический плацдарм. Бо Беларусь – это стратегический плацдарм. Он клитом уходит у этой страны, под Польшу,
Литва, Латвия, Украина. Это всюди. Они туди уваходять, они стоят на межах. Это, я кажу, початок войны. Вот когда туди, с этой плацдарм заходит чужое войско, чекай, что будет война. Без захопа этого плацдарма ничего бы не было. Треба было захватить этот плацдарм. И они зашли вельми просто, потому что Лукашенко уже тримали за ошейник. Они особливо его не пытали, под видом учения, это самое, все это с Дальнего Усхода, техниками живую силу все это тягнули, этих буратов. Вот. Значит, все, когда это отбылась оккупация, это было на месяц ранее, это было в студене. Для Европы это катастрофа, когда бы вы были нормальны, когда бы вы разумели, это же захоп, будет война. И что было? Полная тишина. Ничего, потому что немцам это выгодно. Им не... Но это еще раз зафиксируем. Січень 2022 року. Оккупация Беларуси. Конкретно 17 січня они начали ввод войск под видом учения. Вот что, не захопили аэродромы и там все, какие учения. Уже же белорусы аэродромами не распоряжались. А все, Лукашенко ничего, он их не халуй. Он не рипался навод. Хотя раздувался, робил выгляд, там казался, он и теперь раздувается. Вот, но его там ничего не залежит. Он же нищит свою нацию, свой народ, вот что он выконывает. И вот отбылась такая ситуация, Европа мучает, Немеччина мучает, потому что им-то что? Я на Беларусь дали. Все. Потому что, коли войски Путина, коли русские войски будут стоять на Бугу, то это значит, что Польша трапляя у безвыходную ситуацию. Поляки это чудовно разумеют. Немцы – это постоянный конфликт с поляками. Теперь он отбывается. Постоянно. Они, первое, что они решили закрыть теплоэлектростанции, это они обвязали Польшу на этом Слёнску, так званом. Там великие теплоэлектростанции, их треба закрыть, бо они на вуголю. Так? А, значит, приняли постанову, это экологично шкодно, политика декарбонизации, и коли не будут выполнять, тогда штрафы. Поляки не могли это выполнить, потому что чем они могут заменить? Закрыть эти станции, а откуда энергию брать? Потом, а маль 4 миллиона беспрацовных будут. Людям дать работу, где? Это, ну, слушайте, это просто некая шизофрения. И что? И Евразиат принимает такое решение. И тогда поляки не выполняют, они решением трибунала вызначают штрафы. По-моему, по сегодняшний день поляки еще плачут. Великие, что 1500 евро в день. Это некое шаленство. Вот. И вот, уявляете, сдают уже Беларусь, сдали, и тут уже путинские войски. Ну что, Польша будет совсем послушна. Немцы проводят, и Меркель проводит геополитичную политику. Это геополитика, якая дає їм можливості користатися русскими енергетичними ресурсами, русским вигодно, Москве вигодно, їм вигодно, вони тримають усю Європу, вони, як кажуть, об'єднавці, усе, і чуть не священна Римська імперія отримується. Ось що було. І тому вони змовчили окупацію Білорусі. Ну, это ж, слухайте, что отбылось. Это ясно, что будет война. Мы одразу говорили, все, все, на Украину будет напад. Вот, и я особисто тогда выступал, что все, отбылась оккупация, и будет война. И мне это, ну, проникло, навод Лукашенко там начал мне вспоминать, что это не оккупация, что он там говорит, и все это. Это значит, что он разумел, так само Лукашенко, что это будет, что ему может быть концы. И он пробовал неким чином начать некую там дипломатию, как до этого не допустить. Бо его, ему главное владу заховать. Вот. Ну, все отрималось так, как было. 24 лютого пошли на Киев. Вот. А что было перед этим? Вся пропаганда працевала, что это блеф, русские не будут нападать на Украину. Ну, вы же помните это. Есть такой агент, как я его сейчас вспомню. Он теперь в Америке был Иварионов. Вот. Это агентура КГБ, боже мой, немає чого говорити. Зараз він уже в Америці його розкрили, все. Але ж я помню, за день чи за два до окупації, до нападу на Київ, і він ще говорив, що це блеф, це не може бути, це все, це вот, йому доподлинно известно. Вот. Вот як працювала пропаганда.
каб ну, шукаць украінцаў, што будзьце спакойны, мы зараз вас вот голымі рукамі возьмем. Вот. Вот такая была пропаганда. Так что немцы, и Меркель, и Европа тут сыграла нехорошую роль. Это была геополитика на користь России и на користь, в первую очередь, немецкой политики. То есть вот. Немцы чекали вторжения в Украину, на вашу думку? И, ну, там же есть разумные люди, которые стратегично думают. И они же, напевно, ведали, что будет напад на Украину. Это же элементарные речи. И я доктор мастерствознавства, я не стратег, я не военный человек, ну, мне это ясно. Вот. Так вот, напевно, они это ведали. И потом, они ожидали успешной агрессии. А потом вы вспомните, вот напад на Украину, пошли на Киев. Первые три дни что было? Как Европа реагировала? Нияк. Нияк. Ну вы же бачите, что отбылося. Бить им звони. Ничего подобного. Тишина. Потому что я не ведали, что Путин сказал про три дни, мы возьмем Киев, все, навод там, быцем бы пропоновывали уже Зеленскому там выехать. Ну, не знаю, правда, неправда, быцем бы Зеленский сказал, нам патроны потребные. Вот. Одним словом, первые дни они молчали. И они вот. Чекали, я не чек... Они думали, что Путин здолее все сделать, что он обещал. И вот тут нашла коса на камень, что украинцы стали муром, и разбили эту хваленую армию их под Киевом. Вот что отрималось. И тут они увидели, как себе поводят эта армия. Вот это Буча, это Ирпень, это все стало ведомо. Ну, это вельми добро себе повели украинцы, и президент тут это вельми правильно, что хутенько это на международную супольность было показано. И это шмат зроблено, как эту супольность организовать на подтримку Украины. И я мушу сказать, что як там, какие бы ни были проблемы перед этим Зеленским, но Зеленский тут сыграл великую роль. Вот. Это просто ну, героичная роль, потому что его заслуга, то, что весь свет подтримал, подтримливая Украину, великая в этом. Так вот, тогда, когда это все отрималось, что они все-таки увидели, что ничего этого не будет с Путиным, что написал, что армия это не другая армия света, что это варвары, что они проводят политику злочинства супрот человечества, что они катают, уничтожают мирных людей, они это все увидели, и увидели эти заявы, этой пропаганды российской, что они змагаются супрот англосаксов, супрот НАТО, и что они что там Польшу покажут. Ну, они же все это говорили. И вот тут не то, что пошла переоценка, а пошла, так сказать, но они чули небезпеку, что треба нечто. И тут отбылся коренный переворот. Вот, але вот та политика, которая проводилась ранее, она вот тут остается. Немцы не покидают, они не знают, что делать сейчас. Давать леопарды, не давать, что делать, и так. Даси леопарды, субсоешь с Путиным относины кончатково. Треба, как некая ниточка была. А может быть, мир заключит так, что потом можно обновить эти стосунки. И вот идет такая политика. Якая шкодит Украине. На боку, как бы, и Америка, и допомога, и все, а с другого боку, треба дейничать хутко и рашуче. Вот зараз идет такая затяжка час. И она шкодная для Украины. Треба... Есть же мачимость, хоча и допомогши, дать зброю, дать, как могли сопротивляться супрот баллистичных ракет. Украина же не может сопротивляться, они же могут это бомбить з этого самого, этими баллистичными ракетами, навод з этих з Искандеров. Вот. И это треба хутко вирішать, а они начинают спор між собой. Вы давайте Абрамсы, тогда мы дадим леопарды. И сколько вы будете так спрачаться? Разумеется, это выник того, что вот тут вот сидит еще та старая политика, у якую они зашли в тупик и не знают, что робить. Бо я не зрозумели небезпеку. И, кажется, объединялись, а с другого боку, вот, а как будет? А как будет? Их нема и ясного бачення будущего в Европе. Нема ясного бачення. Вот. Им бы хотелось, как отрималось так, и козы сытые, и волки. И волки сытые, и козы целые. Вот что бы им хотелось. Ну, а так не будет. Вот. Так не будет.
Вот. Так не будет. Я думаю, что так не будет. И... Но ніяк не будет так. Это просто не зробить велізарнейшую помилку, коли они кажут, да нечего. Да уже и из России ничего не будет. Все, теперь треба только не допустить, как это затягнулось долго, как гинули люди. Можно хутко это кончить при нормальном позиции Захода, при допомозе, все. Ну ситуация ж такая. Вот. И на великий жаль, вот такая вот отримливается. Тому вот наша политика на национально-визвольного руху, белорусских вот националистов, все это питання номер один. Все силы кинуть на допомогу Украине. Тут все вирішається. От тому ми і пол Калиновського підтримуємо, і у нас у Варшаві там мобілізаційний центр, де з Білорусі, хто втікають хлопці, вони там переправляються на Україну, і ми там стараємося допомагати тим хоругвам, які там у Польщі створені, які там тренуються, стріляться і так далі. Усе треба на допомогу Україні. І це допомога воєнна. Ніяка вже нічого там не вирішить, ніякі саме там санкції, потреби, все. Все вирішить війна, бо є війна. Вот. І тому наша позиція така, що історія дала шанс і для Європи, і для України, і для Білорусі, шанс, що Мордор може бути знищений, що він розвалиться. От коли він розвалиться, тоді буде зовсім друга ситуація, зовсім друге буде. Другое життя. Тоді буде можливість зрихнути і будувати свою національну політику, державу. Тоді може і це Усходня Європа об'єднатися, Балто-Чорноморська супольність. Усе можна зробити. Покуль буде цей Мордор, нічого не тримається. Нічого. І от шанс цей появився, треба його скористати. І, звісно, дуже шмат залежить, звісно, від своєчасової допомоги з боку Заходу. І от, на жаль, це от така от замінка. Але, тим не менш, я лічу, що тяжко це все йде, але ситуація складається таким чином, що Мордору все одно буде кінці. Все одно, як кажуть, свобода переможе. Я дякую вам за вашу позицію, я дякую вам за це інтерв'ю. Я також дякую усім, хто додивився це відео до кінця про роль Білорусі, про місце Білорусі у теперішньому цивілізаційному конфлікті. Ми говорили із Зеноном Позняком, керівником Національного визвольного фронту, Національного визвольного руху «Вільна Білорусь». Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк. Якщо маєте питання чи зауваження, пишіть у коментарях. І якщо ви ще не підписались на наш канал, то підписуйтесь тут. Вже є багато цікавого і буде ще більше.